Понятно.
сотрудничестве с университетом Найт-Сити. Теперь все его Сиди! Я тебе ничего не сделал! Один на один!
Ладно, прикончу тебя сам! С дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звони сказать, что перевел деньги. Спасибо. Не-не, это тебе спасибо. И если бы не ты, я бы... Не за что. Иди дальше, жеребец. De la noche, códigale a la calle, mira, no me conoce. Cuerpo, todo lo que se cae en el...
такие, а? Сладенькие такие, что можно помереть от сахарного передоза. Ты чего? Кто-то понравился? Эти карты тебе Джеки подарил? Помню, как он просил меня помочь выбрать колоду. Да, и колоду он подобрал идеальную. У нас с ней сильная духовная связь. Можем разложить карты для тебя, если хочешь. Знаешь, а почему бы и нет? Думая о недавнем прошлом и о том, чего ждет перевернутый мир. Ты стоишь в начале пути. Он будет не таким, каким ты его представляешь. И гораздо более долгим. Перевернутые влюбленные. Тебя окружают силы, которые бросят тебе вызов. Ты также вступишь в конфликт с иной внутренней силой. Звезда. Тоже перевернутая. Тебе придется бороться с неведомыми страстями и оборвать прочную связь. Но с чем, не могу разобрать. Перевернутая смерть. Твои враги разожгут в тебе внутренний конфликт. Дорога приведет тебя к преображению или разрушению. Звучит жутковато. Есть такое. Но ты не волнуйся. Я могла неверно истолковать карты. Погадаешь мне на Таро? Конечно. Перевернутый мир. Звучит жутко. Есть такой. Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни йенни. Для того и нужны друзья. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Осторожно! Давайте копнем глубже, мои дорогие зрители. Как могла Orbital Air вырасти так сильно и так быстро? Друзья мои, я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Но с чего? Мировая война? Природный катаклизм разразится? Может быть, произойдет восстание машин? Подайте мелочи, ветеран. Не можем. Чтобы искусственный интеллект не нагадал на своих данных, нам он об этом, увы, никогда не расскажет. Так что прислушайтесь к голосу разума и покупайте акции, друзья. Как ни крути, а дивиденды пригодятся вам, что...
Подай. Эти мелочи ведь. Да сколько можно? Thank you.
нельзя так оставлять. О нем можно говорить. Ладно, показывай, что у тебя есть. Всегда рад. На 54-м я Джиллиан Джордан, и вот что сегодня происходит в мире. Ситуация с обрушением в Южной Сибири урановой шахты «Лунаринская», которая находится недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. Напоминаю, в результате землетрясения высокой магнитуды в шахте оказались заперты 35 турников. Какого?